Сегодня Государственная Дума единогласно поддержала поправки президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. В ходе пленарного заседания представители всех фракций одобрили поправки президента к документу. 385 проголосовали «за», против и воздержавшихся не было. Напомним, что законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен правительством России в Государственную Думу 16 июня этого года. С 1 января 2019 года неработающим пенсионерам и инвалидам дадут льготу на капремонт. Сегодня члены Кабинета министров Чувашии одобрили проект документа, благодаря которому появится возможность расширить круг лиц, которым будет предоставляться компенсация расходов на капремонт. В настоящее время ее получают только 70-80-летние граждане, живущие одни или вместе с неработающими членами семьи, которые также являются пенсионерами. С учетом проекта закона предлагается расширить проживающих в составе семьи не только совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, а также неработающих инвалидов первой и второй группы, независимо от возраста, пола, которые являются членом этой семьи. Таким образом, эту компенсацию в 2019 году в нашей республике будут получать почти на 900 человек больше. Члены заседания одобрили и проект закона о прожиточном минимуме пенсионеров республики. В 2019 году эта величина останется на уровне этого года и составит 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, которая установлена в соответствии с законом Чувашской республики от 6 марта о потребительской корзине Чувашской республики. С учетом индекса потребительских цен на 2018 год, по прогнозу отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, в 2019 году социальная доплата к пенсии будет произведена 31 700 получателям пенсии. Расходы на ее реализацию составят 672 миллиона рублей. Отметим, что сегодня, с учетом проведенных индексаций в Чувашии, средний размер страховой пенсии составляет почти 13 тысяч, средний размер социальной пенсии – 7 700 рублей, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы – 12 000 рублей. Михаил Игнатьев проинспектировал ход капремонта домов в столице региона и городе Спутники. В этой пятиэтажке по улице Энгельса меняют водопровод, электросети и отопительные системы. За последние годы жильцы внесли в республиканский фонд порядка 700 тысяч. Ежемесячно за капремонт 250 рублей где-то платим, ежемесячно, это не так много. Но зато в нашем доме сейчас почти все коммуникации поменяли. А по ремонту фасада это, в общем-то, производили по муниципальной программе, где софинансирование производили сами собственники помещений. Если мы берем капитальный ремонт, то от начала до конца все надо сделать, чтобы к этому дому больше не возвращаться. Как сами жители оцениваете проведенные работы? Мальчики молодцы, аккуратно работают. Ремонт этому дому и действительно был необходим. Здание возведено более 50 лет назад. Завершить работы подрядчики намерены до конца недели. Демонтажные работы проводим с подъезда, выдалбливаем стены, потом также закладываем, штукатурим, шпаклюем и красим в цвет подъезда. В квартирах уже появились новые стояки и батареи. Сами жильцы позаботились о безопасности своего имущества, установив комплекс видеоконтроля за подъездами и двором. Не дай бог, избили вот кого-то, там еще что-то, и сразу полиция в час ночи приезжает, или мама прибегает, запись даем. Жильцы дома обратились к главе региона с просьбой включить в план ремонта и кровлю. В Новочебоксарске набирает обороты программа капитального ремонта дворовых территорий. Из бюджета города направили более 10 миллионов. В плане порядка 20 адресов. Но то, что дороги сделали, чувствуете, нет? Чувствую. Легче стало? Чувствую. Очень замечательно. Не спотыкаетесь? Замечательно. После ремонта облик дворов улучшается. Здесь меняют асфальт, бордюры, оборудуют игровые комплексы. Горожане поднимают вопросы и по обустройству стоянок для машин. Ну, лучше вот дворовые территории, тротуары должны проложить. А они готовы вложиться, допустим, пускай укладываются и делают экологические парковки. Михаил Игнатьев предложил по опыту Чебоксар запустить и программу ремонта балконов. Эскизные проекты выдавайте. Один вариант, второй вариант, 10 вариантов. Жители многоквартирных жилых домов пускай от этих эскизных проектов выберут, какие балконы у них должны быть. Проблема муниципалитета – стихийные свалки. Горы мусора даже у стен кинотеатра. Заметно, что здесь не убирались давно. Здесь все выбрасывают, кому не лень. Каждый раз вот эту у нас площадку все засоряет. Вот, пожалуйста, опять бросили. Упасите Боже!
Это Новочебоксарск или что? Добро доеди. К арендаторам муниципальных объектов возникает немало вопросов. Так, в одном из кафе Михаил Игнатьев указал на нехватку местной продукции. Хотел вам деньги оставить. Вы мне говорите, Волжанка – это чувашская вода. Это абсолютно ложь, соответственно. Это вода, которая привозится, соответственно, в Ульяновской области и разливается. У нас достаточно сейчас в ассортименте минеральных вод. В сфере муниципального имущества глава администрации города пообещала навести порядок. На контроле Михаила Игнатьева и подготовка к отопительному сезону. Эта котельная перешла на баланс столичного предприятия «Теплосеть». Все, в принципе, объекты готовы к началу отопительного сезона. Команды готовы, да? Да. Но в ближайшие годы котельной понадобится и капремонт. Делали ремонт котла, вот буквально закончили 2 недели назад. Первый котел отремонтировали, потолочный экран. Там все огнеупорки, что ли, нет? Там именно трубы были заменены. Износ тоже большой был из труб. Глава региона отметил, что для поэтапной замены сетей муниципальному предприятию окажут финансовую поддержку. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Сегодня на 75-м году из жизни ушел выдающийся лыжник, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Петрович Воронков. Владимир Петрович – уроженец села Тугаево Комсомольского района Чувашской республики. Всю свою жизнь он посвятил развитию спорта, высоких достижений и массовой физической культуры. Более 10 лет Воронков выступал в составе сборной Советского Союза по лыжным гонкам, много раз побеждал на международных соревнованиях. 6 раз становился чемпионом СССР. 2 раза вместе с товарищами по сборной СССР Владимир Воронков стал чемпионом мира в эстафетной гонке. В 1972 году вместе с Юрием Скобовым, Федором Симашовым и Вячеславом Веденином завоевал титул олимпийского чемпиона. После завершения спортивной карьеры много лет работал тренером по лыжным гонкам в спортивном клубе Советской армии. В честь Владимира Воронкова в Канаше проводится ежегодный турнир по лыжным гонкам. Его именем названа и спортивная школа, в которой он когда-то начинал свою спортивную карьеру. Пропускной режим. У единой карты учащегося появилась новая функция «Пропуск в школу». Теперь каждый ученик при входе прикладывает карту к турникету, и его пропускают на занятия. Считывающее устройство отправляет информацию на контроллер. Контроллер, в свою очередь, отправляет информацию на сервер, на котором хранятся списки сотрудников и детей школы. Если ребенок зарегистрирован, то есть имеет доступ в это образовательное учреждение, турникет станет доступным для прохода одного человека. Если ребенок данное учебное заведение не посещает, то турникет просто останется закрытым. Сейчас мы проводим в школе интеграцию турникетного оборудования, которое у нас установлено в 25 образовательных учреждениях города. Устанавливаем контроллеры для того, чтобы автоматизировать турникеты из ручного режима в автоматический режим. И если в 45-й школе контроллеры только устанавливают, то в первой гимназии система уже функционирует. А с 1 октября родитель каждого школьника будет получать еще и пуш-уведомление на телефон о том, что его ребенок зашел в школу или вышел из нее. Я считаю, что это очень удобно и безопасно, так как в школу не будут проходить незнакомые люди, и родители будут спокойны за своего ребенка. Ребенок пользуется только одной картой, это плюс. Во-вторых, всегда это безопасность. Прежде очередь нам, для родителей, это очень важно. Мы знаем, где находится ребенок, и дополнительно то, что наличие денег наличных, он не обязательно ему иметь. Есть карта, которая выполняет все функции. До конца года администрация столицы Чувашии планирует адаптировать пропускное оборудование под систему единой карты учащегося еще в 5 школах, установить турникеты в 4. Остальные 27 столичных школ оснастят в следующем году. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Практически все школы к новому учебному году ремонтируют, приводят в порядок. А некоторые столичные образовательные учреждения и вовсе обзавелись новыми классами. Так произошло с 56-й Чебоксарской школой. Желающих учиться здесь оказалось больше, чем она может принять. Но выход нашли. Кабинеты, в которых мальчики раньше строгали и выжигали по дереву, отдали первоклашкам. А для занятий по технологии отремонтировали здание гаража.
Благодаря городской программе перепрофилирования учебных кабинетов в этом году мы смогли здесь разместить учебные мастерские для наших юношей. Все юноши с 5 по 9 класс будут здесь обучаться на уроках технологии. Это вот сейчас столярная мастерская, рядышком слесарная мастерская. То, что мастерские оборудовали вне здания школы, даже лучше, говорит директор образовательного учреждения. Во-первых, это позволило открыть два новых кабинета для первоклассников, и, во-вторых, меньше шума и пыли. Программа перепрофилирования помещений под учебные кабинеты выгодна и с экономической точки зрения. Открытие одного такого класса получается практически в 12 раз дешевле аналогичного в новой школе. Школа перегружена на 123%. В связи с этим администрация города Чебоксары было принято решение создать программу перепрофилирования помещений под первый класс. Значит, в прошлом году у нас было отремонтировано помещение в трех школах, в этом году в двух школах, и на следующий год, пока предварительно, планируется тоже задействовать две школы в данной программе. В прошлом году в Чебоксарах в рамках перепрофилирования было открыто 8 классов на 240 мест. В этом 5 кабинетов для 150 первоклассников. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня стали известны победители и лауреаты национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского кругов. Национальная премия – первый отечественный конкурс по выявлению наиболее успешных и интересных туристических событий. В Чебоксары съехались представители 16 регионов, которые представили в общей сложности 160 проектов. Сегодня прошла их презентация. Для участия в региональном этапе Приволжско-Уральского федерального округов мы выставили 28 проектов, которые участвуют в самых различных номинациях. В этом году мы постарались представить новые проекты. Это является целью каждого года участия в премии. В этом году немало проектов были реализованы в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу, который также проходил в Казани. Среди проектантов – творческие коллективы, образовательные учреждения, туристско-информационные центры, патриотические клубы, общественные организации, государственные структуры. Из Чувашии отобрали 7 проектов в номинации «Лучшее городское праздничное событие», «В области спорта» – «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Последнее состоялось совсем недавно и произвело на участников и зрителей неизгладимое впечатление. Фестиваль исторической реконструкции «Волжский рубеж» проходил на месте, где в годы Великой Отечественной войны были построены реальные укрепительные сооружения. Чебоксары не первый год участвуют в национальном конкурсе, поэтому уже можно говорить о тенденциях в сфере въездного туризма. Если говорить о городе Чебоксары, да, несомненно, он возрос. Возрос он во многом, конечно же, благодаря речному туризму, но, судя по статистике, начинает увеличиваться количество приезжающих на ваши события. Потенциал республики большой, особенно в плане организации и проведения этногородских, этнокультурных событий, потому что они привлекательны для жителей не только соседних поволжских городов, приволжских, но и центральной России. Russian Event Awards – не просто конкурс, но и рабочая площадка для изучения успешных практик, обмена опытом в сфере событийного туризма. Любое событие необходимо создавать по всем законам жанра. Только тогда оно будет интересно зрителям и участникам. События – это же такая история, которая как комета. Вот она, знаете, она пролетает, и с одной стороны мы видим, что она пролетела, с другой стороны мы видим этот шлейф, начинаем о нем говорить, и масса публикаций в Фейсбуке, ВКонтакте, во всех социальных сетях о том, что это событие прошло. Поэтому само по себе событие является привлекающим фактором в регионы, но что очень важно – это тот шлейф, который она оставляет. Вот это самый хвост кометы, то есть то, о чем мы начинаем говорить, и то, чем мы привлекаем внимание к различным регионам. Кому достанется национальная премия, станет известно 27 сентября. Талантливые, креативные, творческие. Педагоги республики рассказали и показали, чем любят заниматься в свободное от работы время. И организовали выставку своих работ. Впрочем, устраивать подобные вернисажи в Чебоксарах начали еще полвека назад. Правда, вначале в них участвовали только педагоги дополнительного образования. Те, кто вел кружки в центрах творчества. Сейчас картина существенно изменилась. В этом году поразило то, что очень много участников прибавилось именно среди непрофессионалов. То есть очень много работ у нас выставляют. Это воспитатели детских садов, учителя начальных классов, учителя, которые не ведут именно специфику изобразительного искусства.
Девиз выставки конкурса «А мы с тобой учителя, чего мы только не умеем» полностью оправдан. Наши педагоги вышивают лентами, бисером, пишут маслом, занимаются лоскутной живописью, создают витражи, теплые игрушки из шерсти, сувениры и даже гигантские цветы. Все это делается, конечно же, длинными ночами. Творчество приходит, вдохновение приходит ночью. Работ очень много. В основном я их дарю. И участвую в выставках в нашем детском саду. А в такой масштабной выставке я участвовала в первый раз и была очень удивлена, получив диплом третьей степени. Кстати, из более чем 200 работ строгое жюри отобрало лишь половину. Их авторы получили дипломы и кубки. Гран-при в этом году присудили педагогу дополнительного образования Центра творчества «Росток» Светлане Канагиной. Ее книжные иллюстрации к сборнику чувашских сказок понравились абсолютно всем членам жюри. Наградили и педагогов, которые занимаются литературным творчеством. Особо отметили стихи учителя математики из 36-й Чебоксарской школы. К сожалению, у людей складывается ошибочное представление о математиках. Мир наш состоит не только из цифр и логики. Нам не чужды никакие человеческие чувства. Может, солнце сменило ненастье? Ждем с надеждой, глядя в окно. Это все ожидание счастья или в самом ожидании оно? Творческий мир педагогов можно погрузиться в галерее «Серебряный век». Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Седьмой межрегиональный конкурс «Аюрлари. Пой душа», посвященный 105-летию со дня рождения известной собирательницы и исполнительницы народной песни Ираиды Вдовиной, стал своеобразным праздничным хороводом, собравшим свой круг земляков из Чувашии, Башкирии и Татарстана. В этом году только в галоконцерте участвовали 42 человека. Обязательное для всех условий исполнение песни из репертуара Ираиды Вдовиной, а также народной и стилизованной композиции. В наше время, когда народное исполнительство исчезает, а современные экспедиции почти ничего нового не находят. Источником исконно чувашского фольклора, как утверждают специалисты, служат именно такие фестивали. Я думаю, что надо записи, вот телевидение делает, наверное, будет просто аудиозапись. Это надо в качестве образца, конечно, с комментариями, то, что соответствует традиции. Распространять и ту самодеятельность продолжать направлять, чтобы не уходили от природы. Благодаря талантливой сельской учительнице-филологу сохранилось более 1000 аутентичных мелодий с текстами, а сложенные ею песни завораживают своей красотой даже молодое поколение. Я в школе занималась фольклором русским. Когда приехала сюда, нашла педуниверситет, направление фольклор. Я думала, что мы здесь только на русском будем петь, но когда нам сказали, что будет чувашский язык, я как-то загорелась, мне очень хотелось выучить. Моя бабушка чувашка, и я была очень рада для нее петь чувашские песни. Чувашские песни, как листья одного дерева, черпают силу одного корня, но все разные. Переливы оттенков как слога, так и мелодии заметно отличаются. Разные костюмы из разных районов. Очень воодушевлена я этим фестивалем. Еще бы участвовать в дальнейшем на таких фестивалях. Такая возможность будет. И те, кто не смог превзойти победителя этого сезона, солистку народного фольклорного ансамбля Сендер-Мариинско-Посадского района Юлию Клементьеву, смогут реализовать свои мечты ровно через год. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.